На российском рынке стартовали продажи купеобразного кроссовера Mazda CX-4, который был создан для внутреннего китайского рынка. Mazda CX-4 построен на основе Mazda CX-5 и выпускается на заводе FAW Mazda в Китае. В России предлагают к покупке одну единственную модификацию Mazda CX-4 с двухлитровым 158-сильным двигателем Skactiv G, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. При этом модель доступна в трех версиях. Базовая энтри оценена дилерами в 2 миллиона 990 тысяч рублей, средняя комплектация Core обойдется в 3 миллиона 250 тысяч рублей, а стоимость версии High достигает 3 миллионов 520 тысяч рублей. Так как Mazda CX-4 ввезен в Россию по параллельному импорту, то покупатель может иметь только дилерскую гарантию, а рассчитывать на гарантию от производителя не стоит.